Теперь с вами Никита, и у меня вот тут выкладывается видео, оно будет выкладываться очень долго. Уже, наверное, час два выкладывается. Где-то так. Да в три, да-да-да. Три-два часа. Три, наверное, да, 3 часа. Что я даже помню, когда я снимал, когда еще ел. Ой, как давно, не верится. Вот, и сейчас я буду играть в офлайн игры. Типа, ну, Мака Морг, или Супермаркет, или Хоспайнт, или Пойнт, не Пойнт, наверное. Ну, может быть, в онлайн, но это навряд ли. Сойл Крифч. Ксюша, я с ней, наверное, не буду снимать Сойл Крифч или еще пока что какие-то видео. Потому что она просто, я не знаю, что с ней, она просто не в себе. Вот, давайте поиграем в Супермаркет. Супермаркет Тайкон. Просто, я не знаю, она... Погода идеальная сейчас на улице. Я хотела с ней, ну, потусоваться, и тогда пришлось одному, потому что, ну, ё-моё, я не знаю, что с ней. Она тупо ест мороженое, она его уже доела целиком прям. И она тупо там сидит на втором этаже, прям в темноте, смотрит картинки, слушает музыку, жесть, короче. И рычит, если, типа, сказать, Ксюша, он такой... Рычит, такой... Короче, капец, зомби какая-то, я боюсь. Мне не повезло с сестрами, конечно. А, для этой игры тоже какой-никакой интернет нужен. Ладно, ладно. Короче, у меня ошибки, конечно, нету, но загружаться будет немереное количество времени, или это вообще не загрузится. Забрать 16 лямочков. Посыпайтесь. Блин, они сейчас тут всех разбудить еще. Поспят на работе. Нельзя спать на работе, тупые. Все работают, все работают. Снись. Немного подлагнула, не знаю почему. Все работают. Здравствуйте, здравствуйте. Так, мне уже денег скоро перестанет хватать. Все. Мда. Верится, что у меня столько много денег. Я зеленый еще никогда не открывал. Вообще часто красный открываю. Вообще офигенно. Свинку тут делают. Делать его мозг, пиц. Блин, что-то мне я весь чешусь. Это мне пугает. Так, ну там кликер, да? Это кликер. Нет, я не хочу выходить. Это кликер. Оу, щищ. Я такой денег заработаю. Шикарно! О, сколько денег! Ура! Мне интересно, вот это вот мне до максимума. А, нет, еще не до максимума. Прокачиваю. А где тут вообще максимум этой фигни? Вообще, есть максимум этой фигни? Нет. Я не хочу выходить, как вы не понимаете. Я хочу вообще всех тут до максимума прокачать. Да не хочу я выходить! Нифига себе, сколько денег дает. Вау! Пилим пончики.
Вот до чего мир докатился. Давайте мы самую первую прокачаем. Не хочу я выходить. Поймите. Ого, теперь реально... Вау, теперь реально быстро тыкается. Я помню, как медленно было, а теперь прям быстро. Крутяк. Нравится. Я хочу сейчас всех вот тут вот по максимуму прокачать. Уточка! Ладно. Так, вообще я хочу задание выполнить. Большой босс. Хорошо, старт. Ой-ой! Как я сейчас быстро все сделал. Так. Собственно, кто максимум? 80. Давай. Ой, как-то мало. А там было 600, да? Или 300? А не, наверное, 600. Ладно. Вот как быстро. Во-во-во, что-то быстро-то. Уже все. Ну да. А потом подарок. О! Зон. Магазин роботов 50 миллионов. Я помню, я говорила то, что ого-го много. Сейчас нормально. Это если не тратить деньги, а я хочу тратить деньги. Потом уж не буду их тратить. Ботаник нужно еще прокачать. Денежки. Подарок. Чужой выпадет. Oh, yeah. Да! Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Так. Оу, oh, yeah. Давай. Шикарно. Так, могу тут еще кого-нибудь прокачать. О, тебя шалом, тебя прокачаю. Как вы быстро. Вау, быстро. Может быть, когда я тут еще завершу, вот эту вот начать прокачивать. Хотя это очень дорого, но все-таки нужно. Тупо слово нужно это прокачать. Поэтому... Пробежись. Что за восклицательный знак? А, я могу тут чем-нибудь улучшить. Мультипликатор. А, понятно. Теперь у меня X5. Вау, быстро. Очень быстро. Я в пуне как было медленно. Ой, босс злится, босс доволен. Я всех прокачал. Ну все, это получилось. Вот это вот максимум для них. Ну, осталось только... А, не, еще... Ну да, в принципе. Так, тут... Давайте ботаника прокачаем. Вот этого геймера прокачаем, так назовем его. Ой, как у меня мало денег. Спаньк! Не, лучше тут копить деньги, конечно. Ладно, я вернусь, когда у меня будет, наверное, или что мне выпало. Я выпал музон. А чё я музон-то не могу выбить? Я почему не могу так вот задержать, приходится вот так вот тыкать. Блин, а почему? Все, мне кажется, тихо, нет? Реально, кажется, тихо. О, тебя нормально. Тебя почти на полной громкости. Не понимаю, громко или тихо, алло? Блин, непонятно. Ладно. Опа-на. Вау, заключенные. А заключенных нужно торопить. Или это просто типа новая форма. О, как я устал тоже тыкать-то. О, моя рука. Угу.
Так, эту цифру качаю. Денежки еще. Ой, как мало стоит этого. Денег покачаю. Ого, сколько свиней. Что заснули-то? Вы присыпаете? Я понял. Все, уже конструктор делать, да? Фора. Воу-воу-воу. Так, тут прокачано. Ну, мало. Так, что тут у нас? Ага. Хорошо. Теперь будет больше денежек капать. Ой, мы теперь еще шапки делаем. О, хорошо. Тут подарок выпадет. Ага, музон. Мда. Ладно, я наигрался в этот тайк. Я хочу чуть-чуть, наверное, поиграть вот в этот вот. Ну, даже не тайк, и даже не симулятор, а вот эту вот фигню, короче. Я думаю, она никому не интересна, но ладно. Получить. А, да, точно. Нужно же на крестик нажать. Я тут уже немного играл. Не знаю, это улучшить, нет? Ну, к чему его улучшить? Так, ну ладно, первым делом собрать. Я говорю, первым делом собрать алмазики. О, они уже собрались. Так, пятый уровень нужен. Сейчас сделаем пятый уровень. Почти пятый уровень. А, да, точно, я могу алмазики еще собрать. Все. Не могу больше ничего улучшить. Придется играть и дойти до пятого уровня. У меня какой-то редкий. Смотрите. У меня что-то редкое, вы понимаете? Редкий дом, типа. Честно говоря, да, что это такой за домик. Какой-то летний, хотя на заднем фоне зима. Вообще я на заднем фоне не обращал внимания. Редкий. Интересненько. Так, стоп, потупка. Я приспешу. Ага. Уровень пройден. Прям такие, ура, уровень пройден. А чё тут радоваться? Просто не знаю, я думаю, редкие много алмазов дадут. Стоп, инструменты? Да, инструменты! Пройди эпические уровни, чтобы разблокировать новый инструмент. Вау! Да, я хочу пиво себе. Вообще всех хочу. Вау! Я понимаю. Снова редкий уровень. Он, наверное, нужно проходить запись, потому что он редкий. Он редкий. Уровень пройден. Вообще, это что он редкий, он мне... Ну, он редкий, что? Это мне ничего не дает. Сотый уровень, вау. Это классно. Я хотела дойти до пятого уровня, но мне навряд ли получится, что у меня уже мало места. Я так, знаете, смотрю, ого, что это такое за дом. Начинаю тут гляньте, это же эпически.
Чина, просто поставил. Нужно его разукрашивать. Ой, стоп. Как тут? А, стоп. Я, да, туплю. Не понимаю. Так, стоп. Я разобрался. Ой, опять. А, нет. Вау! Жесть. Круто. Уровень пройден. Получить приз. Крути. Крутить еще раз? Нет, спасибо. Крутак. Я даже могу вроде как улучшить дом, да? Да, могу. У меня будет 5-й уровень. Ну, да, идет. Нет, ничего не хватает. Ладно, нужно еще немного поиграть. Редкий уровень. Шикарно. Редкий уровень. Где этот вообще дом находится? Все, редкий уровень. Эпический. Эпический уровень. Как тут? А. Шкардос. Мне сейчас мозг прям вообще...